Мур, привет, друг, это Зверько, и новостной выпуск по обновлению 1.4.46. И тут хочется описать мою везучесть. Выпустил гайд на Кормилу, и ее из-за бага убрали с основного сервера. Не успел снять реворк Ханза, и его убирают из тестового сервера до конца китайских праздников. Ну ладно, значит, обзор на него будет посвежее, может, ему чего поменяют. А видео по реворку Фреи уже на моем канале, ссылку я оставлю. Изменение героев. Атлас. Пассивка. Ей прикрутили увеличение защиты, пока Атлас в дыму. Формула. Уровень героя, умноженный на 6 плюс 20. Это 26 гибридной защиты на первом уровне и 110 на 15 уровне. А замедление еще действует на скорость атаки противника. Но только на 30%. Вот теперь это полезная пассивка, а не как раньше. Первый навык. Базовый урон увеличен на 50 для всех уровней. Магический бонус увеличен на 30 для всех уровней. Затраты маны уменьшены на 20 для всех уровней. Второй навык. Уменьшили базовый урон. Был 560, а будет 470 на 6 уровне. Добавили скорость перемещения на 10% для всех уровней. И исправили баг, когда урон не рос с уровнем. Ульта. Добавили урон в момент вонзания цепи во врага. 225 и 475, плюс 100% магического бонуса к урону. Урон при ударе о землю вырос с 500 до 950 на третьем уровне. Уменьшили перезарядку, была 52-40, а будет 42-36 секунд. Кормила. Теперь, если в бою с Кормилой Сиссилион, она может купить разбитое сердце, и Сиссилион не сможет ее призвать. Это защита от троллей как с кусакой. Сиссилион. Первый навык. Немного уменьшили стартовый базовый урон навыка. Было 300, будет 275. А магический бонус увеличили на 10% для всех уровней. Ульте улучшили визуальный эффект. Кстати, благодаря таким изменениям ульты, теперь к нему сложно подойти, если нет прыжка. Ван-ван. Тут загадочное, переведу дословно. Улучшен визуальный эффект ульты, когда цель Линк, и он использует свою ульту. Понимай как хочешь. Фанни. Исправили баг, когда первый навык не срабатывал в режиме игры хаоса. Дигги. Исправили баг с возвратом, когда улучшается первый навык. А у Фаши теперь мимолетное время адекватно уменьшает КД ульты. Изменили пассивку Ланселота. Теперь первый навык и ульта навешивают баф плюс 8% к урону. Можно увеличить до 40% в сумме. Шило на мыло, я считаю. И еще чуть-чуть про тайные бафы. Если Сильвана попала в бой против Дариуса, то получает плюс 1% к скорости атаки. И также Дариус на противоположной стороне получит такой же баф. Но эти герои на тестовом не куплены, показать не смогу. Зато ты будешь в курсе. Изменение предметов. Маски. В настоящий момент, когда на линии двое с масками, а один без маски, происходит потеря опыта и золота, которые никто не получает. Немного, но они все же есть. А этот баг исправят оригинально. Если стоят двое или больше персонажей с маской, то золото и опыт будет получать тот, кто отстает по уровню. Кроме того, раньше бонус за ассист в убийстве был 35%, теперь он растет от уровня предмета. 15%. 25%, 35%. Теневая маска. Теперь перезарядка навыка 80 секунд, а было 90 секунд. Изменили визуальный эффект на более заметный, и КД навыка будет начинаться после отмены камуфляжа. Маска мужества. Перезарядка была 75 секунд, а будет 80 секунд. Теперь во время действия бафа нельзя наложить еще такой же баф или баф от теневой маски. Маска трепета. Увеличили продолжительность замедления до 1,2 секунды, а перезарядка уменьшена до 40 секунд, было 50 секунд. На этом все. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал и ставь свою замечательную лапку. Удачи, друг! Смерть, смерть, тупый яд,